Все? Так вот я сейчас тебе скажу, деточка, он никогда на тебе не женится. Ему уже под 40 лет, а он все в женихах. Купил с разбегом «Шевроле», не накопил пока на «Ламборджини». Так ничего, зато не жрет бензин. А невесты? Невесты ходят с ночевой, их можно не возить. Невесты хороши одна, прекраснее другой. Кого не спросишь, влюблена и сердцем туки-туки, и рукой дает и чисто мыть кальян, готовить, убирать. Мол, погляди, какая я хозяйственная лять. Не надо никаких цветов, достаточно вздохнуть, сказать, зачем я холостой, поеду в чайхану, пока совсем не отощал. И тут же целый стол, покушай мои поборща, разбольно холостой. Та прибирается в шкафах, а эта моет пол, пустая в паспорте графа, пацан не балабол. Друзья, женатики скулят, не ладится с баблом. А наш герой дымит кальян, ему жениться в лом. Он, кстати, не один такой. Ну зачем платить колым, когда и в паспорте покой, и чистые полы. Пойдем давай, переодевайся, тут нам все равно ничего не светит.